Солнце, как по заказу, даже намека на дождь нет. Природа тоже поддержала акцию «Лес Победы». Для разогрева чай и праздничный концерт. Среди его участников тот, кто всегда сам в числе первых откликается на приглашение принять участие в патриотических акциях. На сцене Денис Майданов. Лопата, сеянцы и резиновые сапоги. Даже последние можно было получить на месте. Организаторы продумали все до мелочей. Да, и вот так его надо закопать, чтобы оно вот сюда сейчас подсунуть, чтобы его держало. Земелька. Актриса Юлия Пестова в акции участвует впервые. В Матвейково приехала из Красногорска. Ее сопровождают сыновья Владимир и Михаил. Это было обязательное условие для участия в акции. Я патриот своей страны. Я очень люблю День Победы. И я своих детей стараюсь в этом же духе воспитывать. Вот. Поэтому, когда я работаю в театре, в губернском, актрисой. Вот. И когда у нас в театре кинули клич «Кто хочет», я не знала о существовании такой акции. Я сказала: «С детьми можно?» Мне сказали: «Да». Все, мы собрались, приехали. Площадь более 25 гектаров. Сосна, ель, дуб, липа, сеянцы на выбор. Специальных навыков для участия в акции не требовалось. Теоретическую и практическую помощь прямо на месте оказывали сотрудники лесхоза. Лесные культуры сосны будут посажены под меч Колесова с шагом посадки около 1 метра. Также будет посажена культура дуба, но они будут сажаться уже под лопату. Шаг будет также где-то около 1 метра между саженцами. Лес Победы – это не только про экологию. Каждое дерево посажено в память о героях Великой Отечественной войны. В этом году жители Одинцовского округа решили поддержать участников специальной операции на Украине и высадили саженцы в форме буквы Z. В историко-культурных традициях разных народов мира дерево символизирует вечную жизнь. И, кстати говоря, праздник 9 мая очень напоминает по своему смысловому содержанию православную Пасху, потому что это день торжества добра над злом. Это праздник жизнеутверждения. Такие акции, они говорят о том, что люди вновь встречаются во имя главного. Это все русское становится вновь модным. И быть вместе – это снова модно. И это не нагнанный актив. Посмотрите по количеству людей, сколько пришло. Это люди, которые откликнулись на естественный призыв своей души, своего сердца. 5700 человек приняли участие в акции «Лес Победы» только на центральной региональной площадке в Матвейково. Они высадили более 90 тысяч сеянцев. Всего в целом в округе 26 площадок мы подготовили. И участвует порядка 20 тысяч человек. Сегодня высаживают в наших городах, селах саженцы, деревья, кустарники. Этот год юбилейный. «Лес Победы» провели в Подмосковье в 10-й раз. Он проходит под эгидой международной акции «Сад памяти», перед участниками которой стоит задача посадить 27 миллионов деревьев. Ровно столько человек погибло в годы Великой Отечественной войны. Так получилось, что 10-миллионную липу высадили жители Одинцовского округа в Матвейково. Евгения Августина, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».